Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл отреагировала на комментарии Алексея Ягудина к ее словам о тренере Татьяны Тарасовой. Говоря о 90-х годах, когда Тарасова тренировала в США, Баюл заявила, что специалист любит деньги, а не Россию. Ягудин заметил, что Баюл стало скучно в Америке, вот она так и говорит. «Все забыл, где своему золоту готовился и кто помогал». «Да-да», – написала в ответ Баюл. В 1998 году Ягудин ушел от своего наставника Алексея Мишина и переехал в США, где жил и тренировался в течение 7 лет под руководством Тарасовой. С именем специалиста связаны главные победы Алексея, в том числе и завоевание золотой олимпийской медали в мужском одиночном катании. Ранее Баюл также раскритиковала название шоу «Терри Тутберидзе. Чемпионы на льду» и заявила, что фасон платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде 2018 года, скопирован с ее костюма 1995 года.